Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить игрушку Black Sight. Остановились мы на заводе с каким-то непонятным ядерным оружием или что-то вроде того. Давайте разбираться, что за загадки здесь. Там уже прошлая серия затянулась. Логичнее все-таки сейчас у серии делать. Поэтому решил разделить. Так. Как-то вот непонятно здесь. Дочь. Он ничего не делает. Дальше, если пройти. Тоже он никуда не идет. И делает. На них вот стоят какие-то циферки интересные в клапанах. Делать понятно. Нажать сюда. Ключик нам надо найти. Ладно, давайте здесь подрежем мыло. Ну, вот, нашел я лестницу. Давайте смотреть, что здесь, что-то сразу-то не отметил. Возможно, и ключ какой-то найдет. Я верю в тебя, сынок. В порту есть чердак, набитый индейскими тотемами. Похоже на тотемный столб племени Аджибве. В таком случае наверху должен быть журавль. Так, достаточно. Если я не ошибаюсь, эти благовония используются во время очистительных ритуалов. Ловец снов. По поверьям, он защищает детей во время сна, улавливая в свою паутину все зло. У нас здесь... Конечно, ладно, давайте займемся дедуктивным расследованием. Так, темы надо с чем-то нам соединить. Это, наверное. Судя по всему, Гил – североамериканский индейец. И я почти уверен, что женщина на фотографии – его мать. Так, только что это нам дает? Так, может, есть что-то еще? Медленно ходит. Карточка была. Автомобиль какой-то. А, ну это вот где этот сидит, дяденька. Может, он теперь что-то больше раз. Знаешь, кто всегда в тебя верит? Твоя мать. Моя мама никогда не теряла веры в меня. А я ведь давал ей кучу поводов, когда был маленьким. Все началось с каких-то глупостей. Например, я оставлял себе сдачу после магазина. Потом я начал воровать фрукты с уличных прилавков. И в итоге докатился до карманных краж. Маме как-то удалось заставить меня доучиться и поступить в колледж. Но и там я давал ей мало поводов верить в меня.
Я завел новых друзей. Такие друзья обычно заставляют тебя делать вещи, которыми мама бы не гордилась. А потом случился Перл-Харбор. Меня призвали и отправили в Европу. Мне говорили, что убивать — это мой моральный долг, но я понял, что убийство может войти в привычку. Не все убитые были нацистами. Но когда я вернулся, я стал парией. Ветеран и изгой, которому просто не следовало возвращаться. И все равно мама никогда не прекращала. Ну вот и ключ. Я тоже сражался на той войне. Там и познакомился с Митчеллом. Меня использовали, как и многих из моего народа. А потом нас просто выбросили. Так, индейцы тут когда это кони. Митчелл предложил мне сделать это впервые. Я сказал ему проваливать. Я хотел наладить дела, но в итоге мне пришлось умолять его. Мне не нравится Митчелл. И то, что он заставляет меня делать. И та немецкая крыса мне тоже не нравится. Но сильнее всего мне не нравлюсь я сам. Мне не нравилось то, чем я занимался на войне, и не нравится то, что я делаю сейчас. Ты знаешь, каково это — убить друга ради выполнения задания? Но моя мама всегда считала, что я заглажу вину и начну заново. Возможно, пора мне так поступить. Номер 3. Так, номер 3. Можно что-то расследовать. Так, охранник склада будет... А что если Рэндала Ли по приказу Митчелла убил его же напарник Гил? Так, номер 3 он сказал. Что-то мы, похоже, нашли. О, тут вообще какой-то подземный ход. Там какая-нибудь лаборатория, наверное. И чудесати, и чудесати. Ну, сюжет, кстати, закручен хорошо. Интересно, будет ли продолжение? Игра-то не новая вообще. 2019-го. Играю-то я в нее только сейчас. 21-й. Вот. Янка за нами пошла. Я так сразу, ну ладно. Так, что-то босс, что-то Эллен Мур, Обби Уайт,
Лёсу всех подписаны. Бренд копии. В лаборатории повсюду стоят пузырьки с таблетками с именами спортсменов. Допинг, что ли, всем дают? Не опасно, не курить. Фильмы какие-то. Можно фильм взять? Список имен. Он как-то связан с химикатами? Так, фамилия Елия на пузырьке таблеток. Список имен, связанный с редкими химическими компонентами. Но больше-то тут ничего нет получилось. Ну, давайте выходить. О, ну-ка, дверь проверим. Это что такое? В противогазе Мишка такой. Эй! Ты плохой! Все хорошо. Не бойся, малышка. Хильда похищена. Я друг, что? Я друг, понимаешь? Битта! Не хотеть больно! Театр. Ладно, ладно. Ставим, Ерий. А может, стоило взять? Давай возьмем. Так поговоришь? Давным-давно. Давным-давно жила-была одна храбрая морячка, и звали ее... Брунхильда! Привет, меня зовут Брунхильда, и я очень счастлива, сказала Брунхильда. А потом Брунхильда, у которой было такое красивое имя... Очень красивое! Очень красивое имя познакомилось с кое-кем насчет особенным. О, и кто же это был? Котик-мореход по имени Джон. Я котик-мореход, и меня зовут Джон. Привет, котик Джон. Мне очень нравятся котики-мореходы. Привет, Брунхильда. Я воспользуюсь своими мореходными умениями, чтобы помочь тебе. Выбраться из клетки... Ты говоришь какие-то глупости, котик Джон. Так в чем же ты мне поможешь? Шарики. Надуть много-много цветных шариков. Я люблю шарики. Шарики какого цвета нравятся тебе больше всего? Ого, это очень трудный вопрос. Но ведь, котик Джон, это же самый простой вопрос в мире. Давай я покажу тебе, как это просто. Мой любимый цвет шарика... Зеленый. Зеленый! О, Брунхильда! Именно это я и собирался сказать. Бернт! Бернт! Джон! Брунхильда! Медведь Гансик. Ладно. Привет, Бернт. А почему ты в маске? Эй. Газ. Что ж, пожалуй, нам пора выбираться отсюда. Что скажешь, Бернт? А ты, Брунхильда, может, ты...
думаю, все-таки хорошо отыгрываем. Все, что ли? Это стоп, да что ты как, блин, так он ходит коряво. Она что-то я пропустил, скорее всего. Так, тут где-то этот стоял. Кинофильмов, блин. Брунхильда, вот. Брунхильда Грюм. Лечение. День 1514. Способность пациентки, члены раздельной речи продолжает уменьшаться. Теперь она лишь время от времени может произносить случайные слова на немецком языке. Деградация тканей продолжается. И тем не менее, из-за значительного снижения дозы бензилпротина и повышения дозы анупроприина, мы наблюдаем 3% замедление упомянутой деградации. Более того, и это, пожалуй, лучший результат на сегодняшний день, пациентка демонстрирует незначительное восстановление речевой функции. Это немного, но все же. Мы на верном пути. Надежда еще не потеряна. Так, а что они хотели-то вообще? Какие-то ужасные люди. Так, а можно взять... какие-то ведь были. Крейг Спено. Лечение день 0. Пациент, пожилой игрок в бейсбол, потерял скорость, силу и ловкость из-за естественных процессов старения. Пациент жалуется на сильную боль в правой лопатке, которая, скорее всего, является следствием старой травмы. Выбранная нами терапия преследует две цели. Снять болевой синдром, вызванный последствиями травмы, чтобы пациент продолжил выступать и помочь пациенту восстановить физическую форму, потерянную из-за естественных процессов старения, вернув его в спорт высших достижений. Лечение. День 120. Пациент больше не чувствует боли, когда задействует правую руку, благодаря чему может бросать мяч без страха. Пока единственный побочный эффект – легкая эйфория, которая наблюдается в течение первых 3 часов после приема и проходит спустя 4 часа, после чего у пациента начинаются перепады настроения с приступами легкого тремора. Лечение. День 341. Периоды эйфории и повышенных физических возможностей становятся все короче, а периоды последующей депрессии и слабости становятся длиннее. Кроме того, у пациента наблюдается, хоть мы и достигли всех терапевтических целей, нам придется прервать лечение.
чтобы избежать нанесения непоправимого вреда физическому и психическому здоровью пациента. Шеннон так улучшил свои спортивные результаты благодаря допингу. Так, что-то можно еще. Бен улучшил свои спортивные результаты благодаря допингу. Митчелл наживается, продавая препараты для улучшения спортивных результатов. Так, ну понятно тут, короче, всем дозняк там. Лик достаточно. А еще что ли что-то можно? Ну, давайте дальше расследуем. Так, после приема препаратов здоровье. Самое плохое в схеме Митчелла не то, что она нелегальна или неэтична, а то, что он ничуть не задумывается о здоровье спортсменов. Так, что там началось? Гил, ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ублюдок! Мне стоит тебя убить прямо здесь! А, я не знаю. Ты не знаешь? Я знаю, что ты тестируешь лекарства на этой девочке. На Брунхильде? Нет! Она моя дочь! Она родилась с дегенеративным заболеванием. Это редкое состояние, похожее на синдром Ангельман. Науке известно всего 4 подобных случая, и ни один из пациентов не дожил до 5 лет. Но я просто не мог сдаться. Я продолжил исследование и кое-что нашел. Ее состояние не улучшилось, но, в общем, такое же лечение, примененное к здоровым людям, увеличивало их выносливость и улучшало рефлексы. И еще, кажется, повышало болевой порог. Каким-то образом в Рейхе прознали про мои эксперименты и попытались заставить меня создавать суперсолдат. Да? Допинг, кстати, нацисты использовали. Инт вот они придумали. Наркотик такой. 30-х годов. Я сбежал вместе с Брунхильдой и прибыл в вашу страну. Но американские военные тоже про меня узнали. Всю войну я испытывал разные препараты на солдатах. Стоит отметить, что некоторые из них оказались очень эффективными. Когда война закончилась, мои эксперименты запретили. Мне закрыли доступ к нужным медикаментам, и Брунхильде стало хуже. Но потом Бог послал мне Ангуса Митчелла. Мы встречались во время войны, и он пришел предложить мне сделку. Я должен был делать препараты для спортсменов, а он бы их продавал. С новыми заработками я смог оплачивать лечение Брунхильды. Что вы еще хотите от меня услышать? Я обратил внимание на то, что имя Еля стоит в списке спортсменов дважды. И один раз оно вычеркнуто. Почему? Я не знаю. Несколько месяцев назад Митчелл сказал мне подготовить таблетки, которые бы ему подошли. Но неделю назад он сказал мне остановиться. А позавчера приказал делать их снова. По поводу таблеток.
здесь должен. Куда он смотрит? А, у нас добавилось проблем. Не стоит сожалений, Джош. Тебе нужно было сказать правду, чтобы защитить Брунхильду. Я поступил бы так же. Заканчивай собираться и перестань себя мучить. Thanks, Angus. I won't be long. О, милая, тебе нравится жить здесь? Да, и мне. Но нам придется уехать из-за этого плохого кота. Да, милая, у нас будет новый дом. Красивее этого, там тебе будет лучше. А теперь иди к папе, милая. Поцелуй его, давай. Поцелуй его. Мне жаль, Джош, но мы же старались, да? What do you mean, Angus? Жаль, что дошло до этого. Angus, what's wrong? Прощай. В чем дело? Чай, дружбан. В общем, ящеры самые плохие. Надеюсь, ты доволен, сукин сын? Они были хорошими людьми. Змеи здесь плохие. Надеюсь, тебе теперь лучше. Мне нравится, когда ты улыбаешься. Ты так далек от Давай сюда. Противогаз выиграет мне немного времени. Вопрос лишь в том, сколько его будет. Митчелл задохнулся, что ли? Мог он как-то не задохнуться? Пену только что побежал туда. Ой, что-то я так не успею ведь выйти-то нифига. Блин, так нечестно. Именем Спенова пузырек. Ха-ха-ха!
он допинга-то поел, он нормально ему. Дикий обезьян. Установил больной рукой вентилятор. И у вас спену. Честно, эту ящерицу-то можно было как-то спать? Понятно. Крейг Спэноу вернулся! Скучали без меня? Кто хочет увидеть Хоумран? Ну что ж, смотрите! Он спасал-то вообще тогда? Подавайте! А, ну он упадет, ну. Быстрее! Сильная наркота-то там, походу. Нет. Не убивайтесь. Вы сделали все, что могли. Он выживет? Врачи говорят, да. Его нашли без сознания у двери в подвал. Что? Да. Дэн умер вскоре. Рядом с дверью в подвал. Мог ли Гил заблокировать дверь в подвал, чтобы убить Митчелла? Полагаете? Это серьезное обвинение. Это точно или просто очередная ваша теория? Это просто теория. Будем надеяться, мы добьемся от него правды. А. Думаете, Гил замешан в предыдущих убийствах? А что, если Рэндалла Ли по приказу Митчелла убил его же напарник Гил? Очередное серьезное обвинение. Вы уверены? Да. Все указывает именно в этом направлении. В том числе и моя интуиция. Подождите. Разве Митчелл не мог убить Рэндалла? Тут сейчас одни такие эти, как а-ля Шерлок Холмс. Так, Митчелл не мог убить Рэндалла. Значит, он дважды промазал, стреляя в упор, а потом умудрился попасть прямо в лоб с другой стороны улицы? Нет. Снайпер, который убил Рэндалла Ли, это не Митчелл. Да,
Пожалуй, вы правы. Но мы все еще не знаем, что же стало причиной смерти Крейга Спенова. Нет никаких сомнений. Спенел принял препарат из лаборатории, и тот убил его. Понятно, но если это правда, сколько еще спортсменов в опасности? И еще важнее, кто они? Бобби Йелли это тоже касается? Я всех не видел, но запишите эти имена. Питер Лев, Ксавье Чейнс, Эллен Мур, Билл Голдман, Майлз Бентон, Александр Вуд, Джейкоб Зиглер и, да, Бобби Йель. Спасибо. В этот раз спасаем жизнь, а? В любом случае, спасибо за звонок. Я уже начинал было подозревать, что вы больше никогда не доверитесь полиции. Я не доверяю копам. Я доверяю вам. Улыбнись, Джонни! Спасибо за наводку. Пулитцеровская премия у меня в кармане. Уберите его отсюда. Чего вы не дали поснимать? Ладно. Подведем итог. После войны Митчелл убедил Грюна назначать свои экспериментальные препараты топ-спортсменам. Каким-то образом Дан узнал о махинациях Митчелла. И когда Митчелл понял, что Дан в курсе, он приказал Рэндаллу Ли убить его и подставить Йеля. Затем он отправил Рэндалла к Дану домой и в клуб для поиска изобличающих их улик. Бедная уборщица погибла почти случайно. Когда в это дело сунул нос ты, он попытался запугать тебя, послав своих громил. А когда это не сработало, он попросил Рэндалла Ли прикончить тебя на крыше клуба. Но Рэндалл не только провалился, его еще и поймали. Тогда Митчелл приказал Гиллу пристрелить Ли, что не пришлось Гиллу по душе. Ты подбирался все ближе и в итоге обнаружил его логово. Когда Митчелл понял, что его прижали, он стал рубить концы и поджег лабораторию. Вместе с доктором Грюном и его дочерью. Гилл увидел в этом возможность отомстить Митчеллу и заблокировал единственный выход, чтобы тот погиб в огне. Я что-то упустил? Есть немного. Но не беспокойтесь, я разберусь с этим. Так что спасибо за все. В классическом нуаре раскрытие дела никогда не приводит к счастливому концу. Детектив всегда остается с горьким чувством. С чувством, что пока он не взялся за дело, мир был лучше. И сам он был лучше. Ну, выкладывайте! Иногда я просто не могу удержаться. Что вы хотите от меня? Я рассказал Стоуну все, что ему нужно дать Йелю победить, что иначе Алири уничтожит карьеру Эллен Мур, и что карьере Мур все равно придет конец, когда Америка узнает, что ее любимица принимает допинг. Я вам не верю. Не может быть. Кто вас послал? Сегодня? Никто. А если бы я вам и поверил, что бы это изменило? Если они сделают этого ради нее, как я смогу смотреть ей в глаза?
Разве мы сможем оставаться вместе? Думаете, вы сможете остаться вместе, если вы проиграете титул, а ее обвинят в употреблении допинга? Я хотя бы буду знать, что попытался. Я знаю, как вы стали чемпионом. Вы забрались на вершину честно. Вам не помогали ни О'Лири, ни допинг. Боже, да вы, пожалуй, единственный честный спортсмен, которого я встречал за последнее время. Прошу вас, не позвольте им этого изменить. А для вас главное быть профессионалом, да? Дело ваше. Но поверьте мне, ваш менеджер убийца. Бегите от него как можно дальше. Эй, Блэк Сет! Я подумаю. Ель подтвердил. Дан узнал, что Митчелл давал Бобби препараты. Именно из-за этого они и поругались в день убийства. Вообще-то я тогда был чист. Не принимал уже несколько дней. Я не хотел идти по этой дорожке. Я хотел быть как Джо. Но он все узнал. Он не поверил мне, когда я сказал, что ничего не принимаю. Но ты же снова к ним вернулся. Только после его смерти. Без них я бы не справился. Но от препаратов у тебя случилась паническая атака. Да. Но с тех пор я чист. Митчелл дал тебе таблетки, когда заходил в госпиталь. Отсюда и чудесное восстановление. Ты собираешься принимать их перед боем? Не делай этого, Бобби. Кто-то должен спасти клуб. Я в долгу перед Джо и перед Соней. И тетушкой Мэри. У Торпа хватит денег спасти клуб. Но он не сможет спасти тебя, если пойдешь на это. Полиция раскрыла допинг-лабораторию благодаря информации представительной части частным детективам. Мне нужен был друг. В благодарность за наводку он настоял на том, чтобы угостить меня молочным коктейлем, который сам и выпил. После вихря коррупции и убийств только дружба могла примирить меня с этим миром. Только она могла заставить меня поверить в человечество снова. Только она могла очистить мою душу. Только она и деньги. В стандартном нуарном романе Ели Стоун были бы наказаны за нарушение правил. А Соня добилась бы справедливости. Но это реальный мир. Как детектив, раскрывший дело, я должен был просто получить свой чек и заняться своими делами. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэксет. Мистер Торп будет с минуты на минуту. Подождете его? В
Видимо, все же придется подождать. Он будет через минуту. Пожалуйста, садитесь. Сколько бы крученых судьба ему не подавала, он всегда умудряется приземлиться на ноги. Когда он был восходящей спортивной звездой, война положила конец его карьере. И он стал героем войны. После войны он не стал кем-то вроде Гила или меня. Он стал элитным спортсменом, звездой из зала футбольной славы. Когда несчастный случай приковал его к креслу, он добился успеха в рекламе. Президент. Когда я в прошлый раз забирался на крышу небоскреба, у меня были совсем другие ощущения. Я пришел не за наградой, я пришел карать. Зал заседаний. Спортсмены Эллен Мурман, Юлия Слюнявчик, что ли? Какое у нее имя? Для рекламы чисто нанимает. Опа, еще какое-то у нас расследование, ребят. Попробуем. Кажется, что он вообще. Так, вот с чем это можно совместить? Может, с этим списком имен и совместить? Нет, это невозможно, но что если Тим Торп как-то замешан в делишках Митчелла? Мистер Блэксет, мистер Торп прибудет позже, чем ожидалось. Но он настаивает на встрече с вами, если вам удобно. Ладно. Если поможете мне побороть скуку. Это... У меня родинка на сиське, что ли? Мои обязанности, но... Так, что это за родинка-то? Да, посмотри. Если бы на моей коже были такие пятна, смог бы я оставаться тем же? Или меня звали бы по-другому? Так. С мэром. Встреча Торпа. Дневники. Так, значит, дневники. Если мое предчувствие меня не обманывает, где-то в ежедневнике Торпа должна быть упомянута и встреча с Митчеллом. Тут, понимаете ли, у меня небольшая проблема. Чтобы понять, сколько мистер Торп мне должен, я должен вспомнить, когда я начал на него работать. Но я не могу. Вы случайно не записали? Это совершенно точно было не в мою смену. Я бы запомнила. Сейчас посмотрю. Так. Рис. Так. Отрамбет. Айлс Беттон. Мэн Волос. И то. А, тут надо убивать.
Я посмотрю. Дан? Что? Дан был здесь за 2 дня до смерти? Почему Торп никогда не говорил об этом? Простите, но вашего имени здесь нет. Так. Кстати, в последнее время не случилось. Подождите-ка, кое-что вспомнил. Когда я приходил, из дверей как раз выходил Джодан. Ну, нет. Вам не было назначено. Хотя, я могла и забыть вас вписать. Мистер Дан обычно очень вежлив. Но тогда выходил в сильном смятении. Даже двери в кабинет мистера Торпа хлопнул. Ладно. Теперь я знаю, что должен попасть в офис Торпа. И он даже не попрощался. Да, это было именно в тот день. Вы меня не помните, потому что, когда я увидел, как выбегает Дан, я пошел за ним. Я, в общем-то, так и не вошел. Конечно! Это все объясняет. Не сомневаюсь. Итак, раз уж мистер Торп прибудет не скоро, я думаю, я могу прогуляться по залу. Нужно поддерживать форму. Торп, но язык показывает. В твой офис можно попасть и другим путем. Как это? Может быть, снова разыграть Смирновский козырь? Смирнов не знал, что и думать. Он попросил меня быть осторожнее и позвонить, как только у меня появится новая информация. Кроме того, он сказал, что Гил наконец заговорил. Он утверждает, что дверь в подвал не блокировал. А еще говорит, что дверца грузовика открылась, но он получил по голове, как только попытался выбраться. Потом он очнулся, лишь когда полиция обнаружила его рядом с дверью подвала. Очевидно, тот, кто заблокировал дверь, перетащил туда и его. Если бы Уикли был здесь, мне бы пришлось связать ему руки за спиной. Так, ну, наверное, через этот... кабинку эту для мытья окон. Забыл, как она правильно называется. Кошки не боятся высоты, поэтому у меня никогда не кружится голова. Искать, наверное. Казаться странным, что у стола не стоит стул, но ведь владелец стола перемещается на инвалидном кресле. Вот черт! Ну а что тут концовка-то закрученная? В каждом расследовании бывает такой момент, когда каждая зацепка идет коту под хвост. И приходится возвращаться, чтобы вернуться на верный путь. Лучше не буду им пользоваться. Он может быть подключен к панели на стойке администратора. Сегодня, когда этот придет, придется... А, стрелковый клуб «Боулинг», F-класс, 275 метров, главный приз, Тимоти Л. Торп. А, так он еще и стрелок, оказывается, отличный. Так вообще все он, что ли, сделал. Только мячики-то хорошо кидал. Так,
Так, ладно, у нас какой-то есть вывод, который надо сделать. А что, если таблетки Грюна помогают Торпу ходить? Босс. Так, копы нашли... Ладно. У нас, видимо, пока улик не хватает. Но одна из его сильных сторон — точность броска. Я заслужил прозвище «Железнорукий». Я бросал меч со скоростью... Летел куда хотел. Мой тренер — великий Джеффри Сакс. И я тренировался в Перл-Харбор. Я немедленно пошел служить пулеметчиком на трехместном самолете. Когда в бою я потерял сослуживца, серьезную травму, я попросил меня перевести. Я стал снайпером. Я знаю, не стоит этого говорить, но я был одним из лучших во... И все благодаря моей меткости... Нет, все благодаря Джеффри Саксу. Интересно, сколько американцев спас он моей рукой? После этих слов Тим Торп едва не плачет и просит меня сделать перерыв. Я был шокирован, когда увидел, как спортсмен и солдат, мужчина, меткость и умение которого принесли и прозвище «Хирург» среди его братьев по оружию, не может быть. То есть это же наверняка совпадение, но нет... Так. Теперь у нас больше фактов. Что-то другое, так. Но, конечно, это был не Митчелл и не Гилл. Это Торп подстрелил Рэндалла в больнице. За всей этой операцией с медикаментами стоит Торп. Все сходится. Но я как наяву слышу голос Смирнова, который говорит, что у меня нет убедительных доказательств. А что, если устроить ловушку для Торпа? Но как?
Не знаю, нам что-то тут, похоже, не хватает еще. Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно-то. Карточка была. Не взять, да? Ну ладно, если что, вот под этой пепельницей лежала карта. Он тоже вроде все есть. Так. Это нет. Я чуть даже не знаю, ну, с пистолетом. В конце... В конце что-то как-то не идет, ладно, сейчас что подумаем. Так, что еще может быть? Похоже, в одном месте делается. Надо думать дальше. Что-то точно... Чем это вот еще можно совершить? Можно? Этим. Как-то так. А если я положу пистолет Торпа наверх, чтобы он смог достать его, только встав с кресла? Шоу начинается. Мне нужны только зрители и немного терпения. Сейчас будет самое интересное, ребят. С кем связался, салага? С глупым львом. Вот на корабле? Хочешь пойти на корм акулам? О, Блэксет, простите, что заставил вас ждать. Джон. Понимаете, у нас тут на корабле бунт, так что... Хватит. Вот видите, что приходится терпеть. Ладно, рулевой, быстро в каюту, вперед! Проходите, Блэксет. Джоли, проследи, чтобы нас никто не беспокоил. Милая, подожди меня в приемной, пожалуйста. Но... Я буду через минуту. Думаю, ты уже и так настрадалась. Ладно. Это догадался? И подумай, где бы тебе хотелось пообедать сегодня. Видите ли, я не собираюсь платить вам за раскрытие дела. Mm.
Я думал, вы из тех, кто держит свое слово. Нет, вы меня не поняли. Вы получите каждый цент, о котором мы договаривались. И даже больше. Но не потому, что вы раскрыли дело, а из-за нее. 2 дня назад она хотела совсем покончить, бросить колледж, продать клуб. Слишком много ран на сердце. Но благодаря вашей прекрасной работе они заживают. Ну, может быть, не полностью. Нужно время, чтобы справиться со всем этим. Зато благодаря вам Соня снова хочет быть счастливой. У нее есть надежда. Я помогу ей сделать клуб Дана лучшим в городе. Кто бы мог подумать, правда? Я рад за нее. Она многое пережила, и, честно говоря, я не думал, что она справится. Ну, она пока не справилась, но со временем справится. Впрочем, вернемся к делу. Все те люди, с кем вам пришлось столкнуться, Гил, немецкий доктор, даже Митчелл. Ха! Его бы я в жизни не заподозрил. Они что-нибудь сказали? Почему они это делали? Они не упоминали сообщников? Они упоминали какого-то хирурга. Хирурга? У вас есть предположение, кто это? Я уверен, для вас это не сюрприз, но это сам Митчелл. Вообще-то, это вы мне подсказали, когда сказали, что он был врачом. Ну да, само собой. Я рад, что смог помочь, хотя... Речь идет не только о моем отношении к Джо и Соне. Это испытание задело и меня самого. Я не понимаю, что вы хотите сказать? Спорт – это мой хлеб. Знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Как вы узнали? Что? А, погодите, вам сказала Соня. Да, конечно, мне сказала Соня. Забавно. А ведь Соне я не говорил. Так вы знаете, сколько вовлеченных спортсменов заключили со мной договоры? Думаю, догадываюсь. Пока пишут только о трупах, найденных в доках и подпольной лаборатории. Никто не упоминает спортсменов. Но если поползут слухи, будущее моего агентства окажется под угрозой. Не говоря уже про будущее Сони и ее клуба. Могу ли я попросить вас быть благоразумным? Конечно, не беспокойтесь. Я знал, что могу на вас рассчитывать. Спасибо. О какой сумме идет речь? В 10 раз больше той, о которой мы договаривались. О, а вы играете по-крупному. Мне это нравится. Итак, на этом все. Ваш чек у Джули. Не забудьте его забрать. Что же касается вашей доплаты... Я скоро ее вышлю. Об этом не беспокойтесь. Спасибо вам. Ох, ответил, походу. Я не представляю, что стало бы с Соней, если бы не вы. Мне нужно было действовать быстро. Или дать Торпу избежать наказания. Простите, что не встаю. Обвинить Торпа. Нет, не прощу. Я знаю, что вы можете встать, если захотите. Я уверен, что у вас самые добрые намерения, но вы ошибаетесь. С чего вы это взяли? Уверен, все можно объяснить. А. Я знаю, что это вы приказали Рэндаллу Ли убить Джо Дана. И вы попытались подставить Бобби Йеля, который незадолго до этого отказался от ваших медицинских услуг. Джо был моим другом, разве не ясно? Если верить Спеноу, за всем стоял некий хирург. Я думал, это был Митчелл, но теперь-то я знаю правду. Мне один журналист рассказал. Понимаете?
Я нанял вас, чтобы вы расследовали это чертово дело. Считаете, что убийцы так поступают? Вы меня наняли, потому что считали, что я обвиню Бобби Йеля и брошу дело. Но как только я понял, что дело нечистое, вы тут же послали Рэндала Ли и Гилла меня запугать. А когда не получилось, вы приказали Ли меня убрать. А вы из тех, кто не отпускает схваченную добычу, не так ли? Вы правы. Я никогда не выпускаю добычи. Поставьте себя на мое место. Вы многообещающий футболист, который только что вернулся с войны, но вы все еще никто. Человек, которого вы спасли, добродушно открывает вам двери. И этот человек пока не отошел от смерти жены. Днями он работает в клубе, а ночами пьет, чтобы заснуть. И растить его дочь приходится вам. Вы дарите ей ее первые счеты. Вы убеждаете ее продолжить обучение. Вы утешаете ее, когда она скучает по матери и отцу. Между тем, ваша спортивная карьера набирает обороты. Жизнь прекрасна. И вдруг однажды, как гром среди ясного неба, вы становитесь инвалидом. Старый друг Митчелл говорит, кто вам может помочь. Один немецкий врач. Его препараты помогают не сразу, но творят чудеса. Вы начинаете ходить совсем недалеко, но это недалеко с каждым разом становится все дальше. А эти препараты совсем не дешевы. Вы должны найти какой-то способ за них платить, понимаете? И вы начали продавать препараты спортсменам, а потом решили открыть рекламное агентство, чтобы нанять этих самых спортсменов. Препараты позволяли им отличиться, и вы получали хорошие рекламные контракты. Идеальная бизнес-модель. Ваш первый клиент – Крейг Спеннелл. В его карьере был сложный период, поэтому… Вы сделали его своим подопытным кроликом. Но когда препараты стали давать серьезные побочные эффекты, вы от него избавились. Вы боялись, что он заговорит, и попытались убить его. Поэтому он и заговорил. С тех пор ваш бизнес процветал. Вы даже начали ставить себя выше закона. Считали себя неприкасаемым. Пока обо всем не узнал Джо Данн. И не пришел к вам за 2 дня до своей смерти. Хватит! Прекратите! Я не знаю, стою ли я выше закона, но уж точно не ниже. Знаете, какой властью я обладаю? С кем я обедаю каждый день? Я мог бы пристрелить вас прямо сейчас, и ничего бы мне не было. Из пистолета, который лежит у вас в столе, боюсь, не выйдет. Я положил его подальше на случай, если вы подтвердите мои подозрения, Железнорукий. А теперь, если позволите, у меня встреча с полицией. Я никому не позволю снова разрушить мою жизнь. Сони и я заслуживаем будущее. Комиссар Смирнов, можете войти. Тимоти Уилсон Торп, бросьте оружие. Вы арестованы. У вас есть право хранить молчание.
Все, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, государство предоставит его. Мистер... Лила его, что ли? Дан убила Торпа. Насыщенная у нас концовочка. Соня Дан, вы арестованы за убийство Тимоти Уилсона Торпа. Ну ты чё, успокойся, она защищала. У вас есть право Помолчите. Что? Тут много концовок. Нет, этого нет. Соня не должна попасть в тюрьму. Блэк Сет, не надо. Признание вины Торпа было просто вопросом времени. Рано или поздно власти штата Нью-Йорк его бы казнили. Соня сэкономила нам кучу времени и денег. Нет, ничего не получится. Как нам все это скрыть? Джон! Я вставлю пули назад. Торп держал меня на мушке, но Соня оказалась быстрее. Мы поступаем правильно, комиссар. Джон, почему каждый раз, когда я связываюсь с вами, я вляпываюсь по уши? Такая вот фигня, чё? Кивич. Такая вот у нас развязочка получилась. Это у меня еще девчонка выжила. Сказал бы ей не бросать работу, ее бы зарезали. Романтить тут, конечно, что-то у меня не получилось. Если это вообще здесь можно. Ну, игрушка, честно говоря, мне понравилась. Бой интересовал меня в последнюю очередь. Я принял препараты перед боем. Стоун позволил ему победить. Я из кожи вон лез, чтобы все случилось согласно указаниям моего этического компаса. А вот послушал меня кто-нибудь или нет, это уже другая история. Ведь что бы нам ни говорили, наше будущее не всегда зависит от наших действий. Ха. Мой этический компас. Будто бы я знаю, что это такое. Я не знал, что и думать даже о своих действиях во время этого расследования. Моя совесть чиста. Ха. Будь у меня второй шанс, я бы принял те же решения. Можно переиграть, типа, как бы. Вот, наверное, может быть, концовки другие посмотреть. Ролик записать. И... В общем, видно будет игра-то. Надеюсь, ребят, всем понравилось. Честно говоря, вот... Очень даже. Хорошая детективная история. Вокализация. Все классно. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Держите комментарии.
их я читаю, отвечаю. И, в общем-то, на этом все. Еще раз спасибо за просмотр и до следующего видео, до следующей серии. Всем пока. Бум-бум-бум, ты меня бум-бум.